Фестиваль действий не оставил равнодушными молодежь Нефтеюганска. На протяжении 3 дней горожане могли проявить себя в творчестве и рукоделии, пройти мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, узнать много нового об уличной культуре и познакомиться с новыми сферами деятельности. В рамках фестиваля ребята могли посетить более 30 мероприятий, которые организовали для них учреждения культуры, спорта, образования, молодежной политики. Ребята могли попробовать себя в каких-то новых направлениях, узнать для себя новые направления деятельности, которые есть в городе. Такое событие не могло состояться без главных героев – молодежи. Участники фестиваля отметили важность проведения действий. Такой масштаб действия позволил каждому найти здесь что-то для себя и даже, возможно, подтолкнул к действиям. Я бы хотела больше фестивалей. Это очень круто. Вот масштабные фестивали, они проходят всегда грандиозно, шумно и очень долго остается в памяти. Больше всего меня зацепило событие встреча с участниками ВФМ, потому что там ребята, те, кто ездили на ВФМ, поделились своим мнением, поделились тем, вообще, как прошел весь фестиваль. И на самом деле я считаю, что фестиваль действий – это очень важное событие для нашего города, для региона, потому что подобные фестивали объединяют нашу молодежь. Всего фестиваль действий посетило более 5000 молодых нефтеюганцев. Организаторы отмечают большой интерес к таким событиям и уверяют, что в будущем нас ждет еще больше мероприятий и масштабных фестивалей. Екатерина Балакина, Игорь Шмелев, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».